после того, как мы установили бампер, поправили нашу правую фару, подфарничек, настало время люксовый автомобиль помыть. Вот этим мы сейчас и займемся. А заодно будет уход за кожей, чтобы кожа оставалась всегда молодая. Сделаем кондиционер кожи, чтобы она не пересыхала. А также мы сделаем чернение резины, которая также уберегает ее от растрескивания.